Приветствую на моем канале всех любителей новинок от компании Oriflame. И в 12-м каталоге у нас выходит целых три новых продукта. Дополнение к теням Refill, три оттенка, и я, Лилия Донскова, вам их покажу сейчас в полной красе. Мы их потестируем. Вот такие вот три. Ой-ой-ой, нам же они не улетели. Три красавца. Три оттенка, три новинки на любой вкус. Итак, давайте их быстрее посмотрим поближе. Итак, чтобы попробовать тени, у меня, к сожалению, нет праймера для теней, но я взяла праймер под тон, и я его буду использовать, чтобы показать, как тени хорошо ложатся. Так, небольшое количество беру праймера, и вот сюда нанесу его, вот на эту зону, где у нас будут тени. Так, и поочередно начну. Сначала благородный серый, такой вот красивый цвет. Набираю кисточкой пушистой и переношу вот сюда, где был праймер. Какой красивый цвет! Вот на праймер он, конечно, ложится лучше, чем вот если на сухую кожу мы будем пробовать нанести, то будет эффект, конечно, немножко другой. Так, сейчас я к ним подлезу. То есть, если просто на сухую кожу вот такой эффект, сверху на праймер будет уже более насыщенный и красивый цвет. Так, пробуем следующий. Это небесный голубой. Кстати, он весь переливается. Так красиво выглядят эти тени. Пробуем. Беру уже другую кисточку. Набираю цвет и наношу рядышком. И аккуратненько растушевываю. Да, слушайте, у него такой отлив красивый. Сейчас золотым отливает. Из-за этого очень красиво выглядят тени. Кстати, я на них патологии даже не обратила внимания, потому что я такие голубые не ношу. А этот оттенок очень хорош с собой. Прям супер чудо. Красота. И покажу вам его в сухом виде. Сейчас где-нибудь рядышком наберу. Если вот просто на сухую кожу. Уже совсем бледненько, не так ярко. Вот. Угу. Так, и третий цвет. Золотистый хаки. Вот, кстати, золотистый хаки меня сразу заинтересовал. По картинке. А сейчас посмотрим, как он в жизни будет выглядеть. Беру уже другую чистую кисточку, чтобы цвета не смешивались. Набираю достаточно цвета. И наношу рядышком тоже, где есть праймер. Кстати, а он такой светленький цвет. Я почему-то ожидала, что он будет ярче. Сейчас пробуем. Так, а может, у меня тут праймера нет уже? Сейчас, подождите, добавим немножко праймера. Капельку. Вот сюда. Угу. Так, и вот сейчас наберу теней, попробую по праймеру. Нет, что-то они какие-то бледненькие, эти тени. Цвет, конечно, очень красивый, но он совсем светленький. Угу. Надеюсь, хорошо видно. Царапку мне кот сделал. Портит мне всю картинку. Любимчик ваш, кстати. Так, ну все, надеюсь, хорошо видно. Ну, что я хочу сказать. Очень неожиданно для меня оказалось, что тени золотистой хаки будут такими светлыми. На самом деле, сначала я на них глаз положила. Поэтому я всегда говорю, если есть возможность попробовать, прежде чем купить, всегда нужно этой возможностью пользоваться. И очень меня удивили вот эти голубые
как они называются, небесный голубой оттенок, хотя я его сначала никак не рассматривала, а при тестировании он меня просто покорил. Этот необыкновенный цвет с золотым отливом, он действительно очень хорош. Ну а первый цвет, благородный серый, он настолько нейтральный, подойдет под, мне кажется, на любой случай, под любой гардероб. То есть это нейтральный, красивый цвет, ну очень хорош. Вот теперь думай, какие заказывать. Спасибо вам за внимание. С вас лайк, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.